До конца этой недели спасатели надеются полностью разминировать Балаклею в Харьковской области. Напомню, в ночь на 23 марта на складе боеприпасов начался пожар, из-за чего сдетонировали хранившиеся там снаряды. За три недели, которые прошли с момента этого ЧП, саперы собрали более 26 тысяч боеприпасов. Радиус опасной зоны вокруг арсенала, который составлял 10 километров, уже сократился до 150 метров. По словам спасателей, люди все еще продолжают находить 1-2 боеприпаса в день. Часть фермерских угодий уже очистили от осколков, там начались весенние полевые работы. По мнению нардепов, в результате взрывов на складах Балаклея Украина потеряла почти миллиард долларов. Пиротехнічний підрозділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій зараз знаходяться на завершальному етапі по проведенню робіт з очистки території, яка була забруднена вибухонебезпечними предметами. Всього забруднена була 10-кілометрова зона навколо арсенала. Площа її складає 31,5 тисячу гектар.